Я-то хочу посмотреть, как мне будет прилетать, типа тебе как будет пролетать. А у тебя что сейчас? У меня сейчас, ну вот смотрю, такой комплектации. Такая, ну. Короче, у меня, сейчас тебе скажу. У меня 2166 силы. 5772 атаки. Мастерства 22. 193 устойчивости. И все. Так у тебя шмот этот получается как фурика 2 Да. куска, 3 куска, да? Ротовара 2. Ну это все с чего чувак, который озвучивал, какие там шмот ставить. Он говорит, полностью почти на ДД, Ну да. кроме двух кусков. И Ну там все, я потому поставил. что увеличивается мощный удар и эта ударная волна. Без крика. Давай так попробуем. Ну или с криком, не знаю. Да, без разницы. Давай без крика. Использовать эту способность. Не сейчас. Да, учиться мне еще учиться, блин. Так. Понятно. Одинаковый урон, что ли, почти. Но я чуть больше нанес, там на 2000 только. Ну так, чуть-чуть практиковался. Шипер. Ненавижу, когда он так фигит. Охуеть. Там 300 устойчивости. Не, СП не убить, потому что у него отхил и тучка.
Твои. Ну им главное косты сбивать все прям. Все пилки. Как же надо. Не достаю. Слишком далеко. Ага, вот этот. Чё-то. Во-во-во. По мане садится. Угу, все, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Использовать эту способность. Ты не шагу назад прожимал? Вроде да, не помню. Эту суку надо по мане просить. Про это, главное, чтобы это. Просить. Слишком далеко. А на него палец повесился. Можно его убить нафиг. Нет такого, что такого класса, что нельзя убить. Ты, наверное, не прыгал, он же, наверное, не вешается этот. Вот сейчас не повесилось на него этот как стан, когда ты в прыжке сделал. Не знаю, не заметил. Не, не повесилось. Можно, можно его убить. Да, конечно, блин. Просто он рукастый. Не такой уж глупый. Зарам еще дал. Ну, это уже показатель, что он уже. Ах ты, нихуя себе, он хилится, смотри. Точки.
А за сколько я его ХП просил? Ну, просил его. Сколько у него пустилось? Что-то не смотрел. Бля, ну как тут? Сейчас я волю одел, попробую так. Кажется, хуже будет. Не знаю. Он сразу вон, сука, дотки вешает тут эти вот. Начали больно. Нотки мгновенно может Не, ну то, что в тучке он там хилится, это вообще жесть. Надо бинтами, наверное, хилиться, когда этот хрен в тучке. Thank you.
зачем тебе этот ШП? Мне для практики. Опыта набраться. На БГ там же непредсказуемая ситуация. Да, конечно. Я просто понять не могу, как вот так в интернете чувак так быстро и легко убивает. Ну как легко? Нелегко, конечно, но убивает он меня. А у меня так не получается, как у него. Ну, много объяснений есть. Например, фиксит постоянно, если это с данного, с нашего сервера было. По-моему, там не с нашего сервера, а с другого было. Как бы все меняется, переписывают что-то, разработчики меняют. Я его до тучки поражался, он его где-то на процентов 5, я он в тучке захилился. Ну сегодня на БГ вообще ужас какой-то. Все сливают. Что, проигрывает орда, что ли? Да, конечно. На уло, конечно, отбивает. Утром зашел вон. Уло была Алик, кто наш везде. Утром еще 3,5 часа ждал бы я этого. Сейчас жестко снимаю. Что за ДК? Чего он жирный? Борис. Да что тебе надо? Пока.
как гей бегать начал, да? Изумленная тактика гея. Сделал бы я его. Ёлку еще не прожал. На волю перешел. Сейчас на равных теперь. Победил? Нет. Охренеть, у него оковы вообще без КД, что ли? А, так у него еще и плащ. Нифига себе, 200 к силе. Сколько это? Сейчас. Не сейчас.
красавчик. Делал пидора. Ух. Кровоотвод прожал 5 секунд, 4 секунды мой. Плащ прокнул у него. Ну, тысяч. А чё у него чума на него не вешается в отражении? Надо подождать. Ты главное это ударную волну не в это точечно у него пускай, а то я вижу, что ты даешь ударную волну и промахиваешься в ту сторону. Поточнее, старайся кидать. Три куска. Красавчик, я говорю, вот эту ударную волну главное не пропускать, и он это сольет. Просто это видно, когда ты попал, когда не попал. Эту способность.
Да, иногда его хирить нельзя, не можно, это, не можешь свернуть, не восприимчивость. Незаявленно на себя, да. А ты попробуй башем снимить, вот ударом щитом и мощным ударом. Он же должен снимать ему, сбить это. Да не знаю. Ну, 30 меньше урона, 30%, это жесть. Он уже прожал ее. Вот. Ага. Получается, кровоотвод нельзя сбить ему ударом щитом. Но это же не магия. Ну, незыблемость тоже, что ли, не магия? Ну да. Мимо. Опять поражал кровать. Я держу это, горгулью. Там не мимо, а под незыблемостью стан не проходит. Эдик, он бы еще в Долорангу сбежал бы, нафиг. Угу. Гей, ну я же его убил пару раз. Пока не могу использовать эту способность.
сейчас. Ну, руны у него же все-таки не бесконечные, там же КД есть. Одними ударами смерти дуэль не выиграть. Как лоха просто. Заебись. Сбесился, смотри. Сейчас будет такого выкидать. Стула, блядь. Живей, хилку жми. Опоздал. Слишком далеко. Что-то я ничего не пойму, кто победил-то. Вон. Вон вроде. Он сдох? Не знаю. А как он сдох? Ну, баг какой-то. Какой-то ретрик галимый, вон на нем можно потренироваться. Вот этот хашер. Клуб какой-то. Гусь? Вон он бегает.
Я его два раза сейчас. Не, он, кстати, это. Ага. Оправдание не вкачивает в PvP. Он вкачивает. Так, а что у него там? Ну, шмот такой себе. Можно попробовать? Что у него там миллион реса, что ли? Нет, мало веса, кстати. Да я повтыкал. Какой-то, блядь. Муха. Лол, ебать. Старайся лицом всегда быть к нему. Гусь, блядь. Сука. И гусь, блядь. Мне дала Атлань, что ли? Ну, сдох уже. Ну, это я сейчас дуэлился все, сколько там, блядь. 300 устойчивости, блядь. Вот это максимальная хуйня. Так какой у тебя шмот? С каким? Ну вот, это получается плащик. Ой, блядь. Ну это самое. Кто он? Шея вот эта. Угу. Потом чё? Чё тут ещё? А чё ты это шею-то не понимаешь? У тебя нету друга? Да есть. А чё тут даётся только рез это, блядь? 150 этой хуйни. С медальона. Свой 60 с шеи. Где еще? Блять. Че 300 рез это мне дает? Что-то не могу понять. 300 реза? У тебя 268 показывает. А, вон. Мне 300 пишет. На башке чарка, короче. На плечах. Это, кинь мне сейчас это. Это дуэль. Я это демолизирующий крик сейчас крикну. У тебя сколько сил сейчас, посмотри. 5 основной. 100... Нет, 12. Это сила атаки. Фига себе 5000. Этот, силы просто. 1613. Так.
Ну-ка, я тебе даже не касаюсь. Ага, Она отлично. силу не понижает, она только силу атаки понижает. Силу атаки И понизила. сколько сил? 4701. Понизил. А было? 5112 было. А почему там основные капы он не повышает, не понижает? Ну потому что она силу атаки понижает, а не силу. Я просто, понимаешь, перевожу в эти силы. Думаю, что меньше такое. Ну, значит, действует, ясно. Так, ну-ка, давай еще кинь. Пожалуйста. Сейчас откатится. Ну, это скорость атаки. Что у тебя пишет? Скорость атаки у тебя что там? Мне не показывает что-то. 10% на 10% снижено. А, все вижу. Тут было, получается, у меня 2,6 скорость атаки, а стало 2,86. Бесполезно. Почему? Нормальная тема. Ну это такое. Насколько? Скажи еще раз. 10%. Ретрика это сколько? Ну ладно, сколько? Потом. Ну там шеем бьет 1,3,7, допустим, и будет бить 4,07. Где-то так будет бить. Автоатака. Ну это ДПС снижает как бы его автоатакой. Для Роги это такая прям хуйня, нужно кидать. А он может в инвиз уйти, кстати, это, если ему такое сделать? Если удар грома даже. Если прожать, а потом он уйдет, то может. А если он в инвизе и ты прожимаешь, то он выйдет из инвиза. А если я демодеризирующий крик это нажму, но я его увижу, а потом он снова может уйти? Да. Давай я на Рогу зайду. Ага, будь добр, пожалуйста, если. Там рейд, блин, ребята плачут, ты не будешь собирать? Что-то хз. О, 40 онлайн. Учится. Можно попробовать, нет? Кусь хочет пизды получить. Сейчас, подожди.